Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у меня знакомое многим с детства лакомство из творога – творожные пончики. Для разнообразия решила их начинить сегодня бананом. Готовим тесто. В миску я разбила яйца. Добавлю немного сахара. Берите по вкусу, у меня это 5 чайных ложек. Щепотку соли. Миксером буду взбивать до пышности. Добавлю творог, у меня жирностью 9%. Снова перемешаю миксером. Добавляю просеянную муку, у меня цельнозерновая пшеничная. Перемешиваю тесто ложкой. В конце добавлю разрыхлитель, еще раз хорошенько перемешаю. Тесто получается липким, поэтому, чтобы было удобнее формировать пончики, в тарелку я насыпала немного муки. На небольшой кусочек теста положу кусочек банана. Вкатываю его в тесто, формируя круглый пончик. Готовый пончик обваливаю в муке. Сковороду я поставила на средний огонь, налила растительное масло. Его нужно столько, чтобы пончик был покрыт наполовину. Обжариваю пончики с двух сторон. Следите, чтобы огонь был не очень сильным, чтобы пончики не горели. Как только подрумянились с одной стороны, переворачиваю на другую. Готовые пончики выкладываю на тарелку, застеленную бумажными салфетками. Вот такие круглые, аппетитные, румяные они получаются. При желании готовые пончики можно посыпать сахарной пудрой. Готовятся они очень быстро и просто, а получаются хрустящими снаружи и очень мягкими, нежными внутри. С нежной банановой начинкой. И мне остается вам пожелать приятного аппетита, хорошего здоровья, всего самого доброго, до новых встреч на видео!